Всем привет! Вы на канале Алина и Алиса. Всем привет! Сегодня мы будем распробовать сладости такие японские. Сегодня у нас набор японских сладостей. Алина их будет пробовать и говорить, как это на вкус. Как это на вкус. У нас есть такие, в общем, делать конфетки своими руками. Из пасты двух видов. Да, обмакивать банановый зефир. Тоже как бы конфетки. Сосательные конфетки. Какая-то интересная коробочка. Я даже не знаю, что там внутри. Это сосательные конфетки. Что-то еще в коробочке. Неизвестно что. Посмотрим. А сейчас такое печенье яблочное. Вот такое яблочное печенье. Яблочное печенье. Давайте его как раз. С чего начнешь? Печенье. С печенья? Давай. У нас Алиса мячики катает, как всегда. Алиса, привет! Алиса, привет! Привет, сказала Алиса. Вот у нас в пакетике запечатаны печенье. Смотри, какой пакетик. Давайте откроем и высыпем на тарелочку. Здесь такая тарелочка приготовлена. Как яблочный сок. Ну-ка. Печенье, такие треугольнички, и сверху еще какая-то глазурь. Ну, понюхай, как она пахнет, как яблочный сок. Пахнет прям, как яблочный сок. Кушай, Алиса, покушай. Ну-ка. Вкусно? Вкусно? Всем понравилось. Правда, сверху такая вот эта вот глазурь. Но начинка. Яблочная. Она прям как будто мякоть яблока сверху, такое чувство. Угу. Давайте откроем все конфеты. Давайте. Тут есть такой вырез, чтобы можно было. Засечка называется. Вот у меня открыли. Набор. Внутри у нас такие банановые зефирки, какая-то посыпка. И шоколад. И, видимо, шоколадная паста. Это специальный контейнерочек. Давайте. Формочку положите, шок-крем. Разноцветные шарики для декора. Ты в одну, значит, шоко-крем, в чашечку, в другую шарики. И потом накалите одну конфетку на зубочистку, обмакните их в шоколад, а потом в посыпку написано. Ну, можно и без зубочисток взять. Можно так ее взять, помакать. Да? Так, вот смотрите, нам надо взять палочку, обмакнуть ее. Держи чашечку, Алина. В шоколад. Вот, а теперь посыпку. Получается такое угощение. Ну давай, дегустируем. Вкусно. Жидкий шоколад. Там посыпку. Будешь кушать? Вкусно? Ладно, задвигаем. Так, вот мы открыли, тут внутри формочки, да? Это жирафы, такая пандочка. Смотрим поближе. Такие формочки. Жирафы-пандочка. Жирафа, вот так. Жирафы-пандочка. Также в наборе у нас были палочки. Угу, и конфеток. И такая смесь. Написано сделать так. Выдавите двухцветную пасту в формочке, нанесите массу с горочкой, закройте крышкой формочку, готово. Смотрите, тут у нас такая клубничная конфета. Угу. Я так понимаю, а мы должны вот это запихать, да? Такая как бы жевательная конфета, эластичная. Угу. Теперь открываем вторую.
вторая конфета у нас желтая. Из нее мы будем делать журавлик. С горкой надо, чтобы еще вы... А, ну ты так хочешь. Нужен парочек. А вот тут есть. Деревянные палочки, где у нас стоит. Так, вот так, Алина положила палочки. Теперь сверху закрываю крышкой. Надо хорошо придавить. Вот мы в итоге получили у нас такие классные конфетки. Желтая пахнет лимоном, а розовая клубникой. Очень вкусно пахнет, как японская клубничная жвачка. Так, Алиса, будешь пробовать? Конфетка. Алиса, будешь конфетку? Алина пробует конфетку. Очень. Ну-ка, дай попробовать. Похоже на клубничную жвачку японскую. Конечно, конфетка. Ну-ка, откусим жирафу голову. Как она? Вкуснятина. У нас есть еще парочка палочек. И у нас масса еще на конфетку, как раз на парочку хватает. Давай сделаем. В общем, вот такие у нас еще конфетки получились. На этот раз у нас розовый жираф и желтый панда. Формочки и палочки мы оставим. У нас есть шоколадная фабрика. И они вполне подойдут для наших шоколадных конфет. Да. А сейчас давайте откроем вот такой наборчик. Как он выглядит? Смотрите, какой он классный. Последнее, что у нас осталось, это такие какие-то сосательные конфетки. Какая-то коробочка с внутри неизвестным. Какая-то коробочка с неизвестным. Давай почитаем, что написано. Так, написано, что это конфеты-свистульки с игрушкой. А внутри, видимо, игрушка должна быть. Ну, давай, открывай. Давайте посмотрим, что тут. А? Это такой какой-то... Какой-то маленький краник, да? Да. Машинка какая-то, краник. Видимо, грузить конфеты. Давайте попробуем. Виноградная конфета. Почему она свистульки не зима? Через нее можно свистеть. Все понятно, почему она свистулька. У конфеты диаметр, внутри которой очень подходит как раз для такого свиста. Мы с Алиной свистим. Здорово. Али, ты слышала, как Алина свистит? В общем, такие у нас сегодня сладости. Понравилось тебе? Да, очень. На этом мы, наверное, попрощаемся. Да. Дальше Алина будет все это доедать дело. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. 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 Алиса, пока-пока. Молодец. Пока-пока.